Всем привет, с вами Балканский Бомж, и сегодня мы идем посмотреть американский ларек, что там продают и в какую цену. Называется AM/PM, сеть такая. Пойдем, снаружи он вот такой, все будет трястись, потому что телефон на руках. Сразу видно, что можно что-то за 89. Слушай, а это не арчата ли? Блин, за 89 арчата, это круто. Пойдем внутрь, посмотрим, что в ларьке продается. Ларек AM/PM. Здесь всякое. Всякие булочки. По 3 бакса. Кстати, вкусные булочки. Я люблю вот эти. Но 3 бакса за нее неохота отдавать. Горячий шоколад. Пожалуйста. А, так, 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 так. Ага, это кример для кофе. Здесь есть банкомат. Здесь есть... Оу! Криптомат, пожалуйста. Хотите купить биткоинов? Вот, все есть в ларьке. А вот это взбитые сливки для кофе. И разный кофе. И еще разный кофе. И грязная арчата. Или французская ванила. О, это, видимо, напитки такие. Большой 2.49. September 24th. National Archata Day. Видите, день арчаты. Так, здесь можно купить льда. В ларьках почему-то продается лед, продаются разные напитки. Ну, такие вот цены. Вон, кокосовая вода, 3.59. Ну, какая-то попроще напитки. 2.99, 2.59, даже 1.99 есть. Пойдем что-нибудь стандартное, типа кока-колы найдем. Так, вот кока-кола, пожалуйста. Бутылочка 20 унций, то есть 600 с чем-то грамм, да? А, 591 миллилитр, вон написано. $3 стоит. Pepsi Cola и прочие Mountain Dew стоят, в принципе, так же. Там дальше алкоголь, но его мы, наверное, не будем обсуждать. И тут еще больше алкоголя, и даже есть такие вот кулеры. А вот там стаканы для кофе. И еще сиропы для них есть. В общем, дофига всякого разного кофе. Прикольно. Так, здесь чипсики у нас. Чипсики. Так, Pringles. Scorching Barbecue. Scorching Hot, наверное, имеется в виду. 3.50. Ну, нормально, в принципе. Маленький Pringles 2 бакса. И тут разных чипсы со всеми возможными вкусами. Совершенно всеми. А вот сосисочки такие, видите? Остановились, съели, ну, джерки. Сушеное мясо. А вот сосисочки тоже. Ну, такие из джерков. Интересно. И вот более крупные пачки. Вон даже, смотрите. 4,25 грамм, чуть меньше паунда. 18 баксов. С налогом все 20 будет. Нифига себе. Ну, совсем дешевые печеньки за 0,89. Крекеры солененькие, чтобы с ними что-то съесть. Так. Ага, вот это чипсы, смотрите, такие написано. Очень острые. $3 одна, а 2 за 4,50. И вообще у них, скорее всего, есть приложение. И в приложении будут всякие там скидки. Смотри, что у них тут для кофе есть. Вон цены на стаканы кофе 1,89 и до 2,39 самого большого. Это же для кофе? Hot stuff, да, это для кофе. Sugar, creamer, сиропы, прям вот все что угодно. Чаи есть. О, смотрите, свежие булочки. Такие вот. Мексиканистые булочки по $1.50. Всякие разные булочки. Стандартные твиксы, M&M'сы. Тоже, видите, 2.99, а здесь какие-то 2 за 5.50, King Size, 2 за 4. И все, что угодно просто. Ассортимент, ларька, он большой, там сигареты, мы против курения. И здесь топпинги. Топпинги для чего? Так, соусы. О, посмотрите, здесь, наверное, хот-доги есть, да? Смотрите, бургеры, да, действительно есть. Интересно, на них написано, в какое время сделали. Вот эта витрина, она горячая. Corn dogs. Это классно. И здесь хот-доги. Ну, видимо, уже все позаканчивались. А вон там можно сыр на них налить. И, конечно же, растворимая лапша. Что еще может быть в ларьке? Больше растворимой лапши. Простые напитки. В огромном количестве. 1.39, 0.99, 1.89 и так далее. А еще рефилы есть по $1. А вот там замороженные напитки. Я люблю замороженные напитки, это классно. Fanta Frozen. Непонятно какого вкуса. Мармеладок. Со вкусом дикой черри. И со вкусом пини колады. Фанта. Не, это Фанта, а это непонятно.
Это местный АМПМ, видимо, из этого магазина. Такие вот, смотрите, какой размерчик, а? Офигеть просто. Это нереально выпить. Это цены, видите, по размеру напитков. Смотри, 52 унции. Это просто нереальный размер. Это вон тот, да, самый огромный. То есть арчата есть, да? Будем пробовать арчату? Будем пробовать маленькую арчату. Вот, смотри, кстати, этот. Огурец с арбузиком. За 89. Я не вижу, где 89, я вижу 0,99. Еще один ряд чипсов, пожалуйста. Я вообще не вижу цен, я вижу вот такие вот QR-коды. Наверное, сканируешь QR-код, и будет написано, сколько стоит. И вот тут у них какие-то спецпредложения. Опять же, наверное, в их приложении. Орешки, семечки имеются, пожалуйста. Давид. Хотя по размеру как будто Голиаф, знаете. Оу. Ну, выглядит неплохо. 4,69, 4,69, 4,69. Такие вот цены. Ну, такие вот семечки есть из тыквы. $5. Тако Суприм. Смотрите, семечки со вкусом тако-белловского тако. А вы видели такое когда-нибудь? 3,79. Ну, есть просто обычные семечки, наверное, без вкуса. Тоже есть. Орешки. Такие, арахис. Арахис, конечно, не орешки, но... 2 за 1,09. А тут написано 1,09. Не понял, ну ладно. Как-то это, наверное, работает. И что это такое? Дизель Exhaust Fluid. Ага, какая-то жидкость, которую вы добавляете в выхлопную систему вашего дизельного трака. Ну, это мне, наверное, непонятно. Цена тоже не ясна. Кетчуп. Сода. Вот, пожалуйста, сода есть. 1,79. И кетчуп. Не знаю, почему они стоят вместе. Видите, сахар, сода и кетчуп. Не знаю, что их объединяет, но... Ну, внизу можно маленький тайт купить. Кто хочет более нормальной еды, тут есть сэндвичи вот такие вот. По 4,50, там два сэндвича, я думаю, вы ими наедитесь. И смотрите, есть даже вот такое вот карне асада боул. С говядиной такой боул. Ham and egg. Тоже неплохо для завтрака. Есть такие фруктики уже готовые к еде, почищенные, порезанные. Прикольно. Вот, смотрите, сэндвичи на багете есть. 6,99. 5,49. Круассан. Не, выбор хороший, выбор хороший. О, киткат. Я люблю киткат. 3,19. Но 2, наверное... Нет, это ризис. Не знаю, все сложно. Скорее всего, 2 за 5,50. Тут есть бананы, 2 за 1,29, ну, если вы захотели, или яблочки. Можно купить себе очки и даже батарейки. Тег с трекером, пеппер спрей. Вот такой перцовый баллончик, пожалуйста, $10 в ларьке продается. Зарядка для часов, фитнес-трекеры, ё-моё, зарядки для телефонов. Ну, просто все. Какие-то маленькие энергетические напитки. Вообще все есть. И там нереальное количество сигарет. И еще какие-то кепки. Не знаю, почему кепки. Здесь можно еще купить прокладки, какие-то таблетки и канистры для бензина. $28. Интересно, это пустая или она вместе с бензином продается? 5 галлонов. Не, 5 галлонов значит пустая. Бензин дороже стоит. И вот какие-то автомобильные аксессуары. Может быть, кто-то в них понимает. Масла. Наверное, антифриз. Да, вон внизу антифриз. Прокладки, тампоны. О, льда взял немножко. Арчата такая беленькая потекла. Посмотрим, насколько она хороша. А там другая арчата есть, кстати. У них два типа, представляете? Арчата горькая. Нет. Арчата-то сладкая, конечно. Просто там написано, если вы зарегистрируетесь в приложении, покажете кодик, будет она 89 центов. Но она 99 центов. И даже когда мы сказали продавцу, ну ведь 89, он сказал, да-да, все так, то же самое. А потом еще, потому что мы оплачивали картой, 99 центов, вместо сказанных 89 центов, стали $1.34. И нет, это не налог. Просто Арка любит брать за использование кредитной карты. Или дебетовой. Ну, то есть, любой карты, в принципе. Такой вот он, американский ларек.
Я благодарю вас за просмотр. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии и не ходите в АМПМ. Ну а нашему АМПМ, который комментирует, привет!